What do y'all think about the test? Что вы думаете по поводу теста? In your score, your personal scores, what do you think? И о ваших ответах, о вашем, так сказать, о ваших баллах, что вы думаете? Похоже. Ну, картинку. Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Руки. У меня жена с постоянным негативным настроем. И приходится работать с ее негативом, и таким образом у меня получается, я уменьшаю свой негатив. His wife has a lot of negative behavior and thinking, and when he's working on her negative thinking, his negative thinking becomes less. It becomes less or more? Так меньше все-таки твое становится? Конечно. Less. У меня два. I only two yes answers. What do y'all think? А вы что думаете все по этому поводу? About his two про yes. Про его два. We will work on it. You have fun. До этого теста я думал, что я оптимист. Или был, что я... Thought it was an optimist. So did I. Вот. А как бы теперь... Надо что-то с этим делать. Now we understand that we need to do something about it. If any of us, if anybody in this world needs to be optimist, it's us. Если кому-то в этом мире надо быть оптимистами, так это нам с вами. Because we are living miracles. Потому что мы живые чудеса ходячие. But we are the type, we have this mentality. У нас этот менталитет. This ism. Ism. That keeps us in negative thoughts. Который заставляет нас думать плохие, негативные мысли. Whenever I project into the future, I always project negative. Когда бы я не начал что-то планировать на будущее, когда бы я не представлял себе мое будущее, я все время что-то негативное там представляю. I don't know why that is. Не знаю почему. But there's stuff we can do about it. Но есть, как бы, есть действия, которые мы можем предпринять по поводу всего этого. What does this have to do with staying sober? Кстати, как это относится, соотносится с трезвостью, с трезвой жизнью? The focus of what we're talking about is relapse prevention. И мы уже говорим о предотвращении всего. Как это относится к трезвой жизни? Чем больше я уверен в себе, тем больше у меня уровень душевного покоя. The more he's confident in himself, the more... serenity he has got. И меньше опасность стресса. And danger, risk of relapse is less. Да. I agree. Согласен. Кто еще? Something else. Кто еще что может сказать по поводу, как это связано с трезвой жизнью? Something else. Еще. Это страхи были. Были страхи. It all deals with fears. Right. Да. Now. When I'm afraid, когда я боюсь, I get a lot of adrenaline going. У меня выбрасывается много адреналина. You know, have you? I'm sure none of these women have, but. Я думаю, женщины. Any of the men, have you ever been in a fight and somebody hit you in the face and you didn't feel it? Вы когда-нибудь было у вас такое, что в драке кто-то бьет вас по лицу, а вы даже не чувствуете, потому что вы все бум. В адреналине. And none of the women have ever done it. He said sometimes he wants somebody to smack him in his face. See me after the... Пожалуйста, подойди ко мне после занятия. I'm sure one of the ladies will do it first. Я думаю, что даже кто-то из женщин может это сделать. Alright. Here's the problem. Вот в чем проблема. Fear masks pain, right? Fear puts a mask, masks the pain. Страх, он как бы маскирует боль. Наслоняет вас от боли. That adrenaline makes you not feel the pain. Адреналин дает вам возможность не чувствовать боль. The pain is a natural thing that we all need, right? А боль ведь это натуральное такое чувство, которое нам нужно. You know, you need to be able to feel pain. Вам нужно быть способными ее почувствовать. It's either something you've done that makes you feel uncomfortable. Потому что это связано, может быть, с тем, что вы сделали. Или что-то с вами произошло, God вы должны почувствовать, for Бог дал эту возможность, например, вы поранились, вы должны почувствовать боль. And if our anxiety gives us so much adrenaline, если наше нервное возбуждение
дает нам столько адреналина, что мы уже не чувствуем боли. We're in danger. Мы в опасности. Now, one of the things that happens right before you die from an overdose. Что происходит перед тем, как вы умираете от передозировки? Вы вообще не чувствуете никакой боли. Okay. And so now we're talking about having enough adrenaline in us. И сейчас мы говорим о том, что у нас бывает достаточно адреналина. That it's masking the pain. Из-за страха. И этот адреналин защищает нас от боли. Think about this. Подумайте. When you have a lot of anxiety. Когда у вас сильное вот это возбуждение. Like you're in a difficult emotional, например, situation. У вас трудная эмоциональная ситуация. May last for hours. Она может длиться часами. Maybe days. А может несколько дней. How do you feel after? Что вы будете чувствовать после этого? When you've been anxious for hours. Когда вы долгое время, несколько часов или несколько дней вы были в напряжении, что вы потом будете чувствовать? Расслабление. Depression. Нет. Сильный гнев. Big anger and. Да после напряжения настанет релакс. Да. But after that feeling, расслабление придет после напряжения. Relaxing feeling after that. Comes. Relax. How about exhausted? А как насчет утомления и выснаженности? Как это по-русски? Истощение. And when I'm exhausted, my defenses are down. И когда я истощен, мои защитные силы организма очень сильно падают. When I'm exhausted, I don't do what I need to take care of myself. Я не могу делать то, что я должен делать, чтобы о себе позаботиться. When I'm exhausted, когда я истощен, I don't think right. Я не могу думать правильно. When I'm exhausted, I get hopeless. Когда я истощен, у меня пропадает надежда. If I stay hopeless long enough, а если я буду жить без надежды какое-то время, начну ли я пить? I saw this several times in Phoenix this past trip. В Фениксе, в Аризоне, в прошлый раз, когда ездил домой, видел это. One gentleman with 25 years sobriety. Один человек с 25 годами трезвости. Relapse. Сорвался. And shot himself. И застрелился. Да. Is correct. It gets my attention when people do that kind of stuff because I get exhausted. Я всегда обращаю внимание, когда с людьми такое происходит. I get hopeless. Я тоже бываю истощен. Я тоже теряю надежду. I get to where I don't want to go to AA. I don't want to talk to anybody. I don't want to help anybody. I don't even want to pray. Я не хочу ходить на группы. Я не хочу помогать другим. Я не хочу молиться. Что? Мысли вели какие-то неадекватные на крючок. Хорошо. Для фломастера. Для фломастера. Да-да-да. Хорошо. Ай. Хорошо. Out of all of here, what did it? That's what we're going to talk about. You can say go and shoot yourself. No, I might shoot one of y'all. Yeah, да. Можно кого-то из вас застрелить. Да. Nobody in particular, but I may. All of this stuff. Вот это все. Out of all of this. Вот из всего этого. No control. I can't control the future. Страх перед тем, что я не могу контролировать будущее. I don't have enough money. Что у меня не будет денег. Because I might need to pay a bill. Например, мне надо заплатить за какому-то счету или просто купить себе покушать. I don't know what's going to happen. Я не знаю, что будет с моим здоровьем. I don't want to be alone. Я не хочу быть одиноким. I don't want to be in a Я не хочу с кем-то ругаться, ссориться. I want to be in control. Я хочу контролировать, управлять. I don't want to be powerless. Я не хочу быть бессильным. I want to control. Я хочу управлять. What can I control? We've talked about this. What can I control? Чем я могу управлять? Мы уже об этом говорили. Чем я могу управлять? What do I have control over? Listening. Thoughts. Making decisions.
I have control over making decisions. У меня есть thoughts. Мысли. You ever have a thought in your head that you can't get it out? У тебя бывали мысли такие, которые ты не можешь себя прогнать? You ever know something good's gonna happen, but all you can think of is bad? Ты знаешь иногда, что ну вот сейчас что-то хорошее произойдет, но у тебя все равно в голове плохие мысли. You ever get wrapped up in fear when you know there's nothing to be afraid of? У тебя бывало такое, что ты весь скован страхом, хотя понимаешь, что на самом деле бояться-то нечего. I can't control my thoughts. Я не могу управлять своими мыслями. Может, ты, конечно, и можешь. Ничем. Да ничего. Nothing. We cannot control. Not all the time. Not all the time. Но не всегда. I can't even make good decisions. Can't. I cannot even make good decisions. Я иногда не могу принять хорошее решение. I've done some bad things. Я делал плохие when решения. When I knew better. No excuse. Но просто я не знал, как надо. Вот и все. So the anxiety is what we're worried about. That's a bad way to put it. The anxiety is what we need to be focused on. Relieving the anxiety. Нужно сосредоточиться на том. That's what Gorski says. Избавиться от этого состояния возбужденной нервозности. And that's what Mike Dye talks about. Вот о чем говорит Горски, вот о чем говорит Майк Дай. Lowering that anxiety. Как понизить уровень вот этого вот нервного возбуждения, потому что это триггер. Я хочу рассказать вам, о чем я прочитал вчера вечером. Вот это все is basically fear of what could happen. Страх перед тем, что может произойти. What may happen. Что what am I going to do if this happens? Что я буду делать, если это произойдет? And it's all of this stuff about the unknown. Это все страх перед неизвестным. I read something last night. Я кое-что прочитал вчера. Grab your Bible. Возьмите Библию. We didn't have to translate that, but that's okay. Acts chapter 17, verse 23. Acts. The book of Acts. Acts of the Apostles. Acts. That's what I said. Yeah, I took it in American language, you know. That's God's language. It's not English. It's God's language. It's not English. God speaks English. Okay, Acts. Acts. What chapter? Yeah. 17. 17. Acts 17, 23. Если можно, не отворачивайся от камеры. What does it say? You want to use my Bible? Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. The unknown God, right? Неизвестный Бог, так? Now, неведомый Бог. What Paul said was the unknown God. Павел сказал, неведомый Бог. But last night when I read it, но вчера я читал это. I read the God of the unknown. Я прочитал это как Бог неизвестности, Бог неизвестного. I get chills. У меня аж мурашки. When I think about it. Пошли. Because когда я задумался над этим. My God. Потому что мой Бог. My God. Мой Бог. Controls all that. Мой Бог управляет всем этим. All of that. All of the things that give me anxiety. Всем тем, что подвергает меня в это нервное состояние. They are being controlled. Just not by me. Это все уже контролируется, просто не мной. But they're being controlled by my creator. Но это все контролируется моим создателем. Who has blessed me with sobriety? Благословил меня, дав мне трезвость. Who has allowed me to survive? Который дал мне возможность выжить. Who's kept me out from under the bridge? Который вытащил меня, что я не валяюсь где-то под мостом. Kept me out of jail? Который хранил меня от тюрьмы. Made it where I didn't have to eat out of the trash can? И дал мне возможность не кушать из мусорного бака. So what have I got to fear? Чего мне бояться? Why would I be afraid? Чего мне бояться? The Lord is my light, my salvation. Whom shall I fear? Бог, Господь, мой свет и мое спасение. Кого бояться мне?
Самого себе. Yourself. Ah! Most definitely. Myself. All right. If God knows the number of hairs on my head, если Бог знает, сколько у меня волос на голове, does he know what I need? Знает ли он, что мне нужно? I shouldn't be worried about money. Поэтому мне не нужно волноваться за деньги. If God called me to do something, если Бог призвал меня что-то делать, will he give me everything I need to do it? Даст ли он мне достаточно всего, чтобы я мог заниматься этим делом? Does God want you to be sober? Бог хочет, чтобы вы были трезвые. Да. Will he give you everything you need? Даст ли он вам всего необходимое для трезвости? Can you turn your back on those things? А вы можете повернуться к этому спиной? Да. But I should not worry about my ability to do what it is God has called me to do. Мне не нужно волноваться, будет ли у меня возможность, способность делать то, к чему Бог меня призвал. Where is God right now? Где сейчас Бог? Mount Sinai? В Синае. Jerusalem? В Иерусалиме. Каждому в сердце. In himself, in his heart. Не, не в нем, во мне. Здесь. He said, not in him, he said, in me. So why would I be lonely? Чё я буду одиноким, друг? I'm not alone. Я не один. God wants a relationship with me. Бог хочет иметь со мной взаимоотношения. God took personal interest in my life. У Бога есть личный интерес в моей жизни. And he proves it daily. И он доказывает это ежедневно. So what am I, why am I lonely? О чём, почему я должен быть, почему я одинокий? Я не одинокий. God has often told me the fight is not mine, it is his. Бог всегда говорил, что отмщение не мое, а это его дело. Straight out of the Bible. Прямо вот и в Библии так написано. А что это за слово? Конфликты. So I don't have to worry about having a conflict. Поэтому мне не надо волноваться, чтобы с кем-нибудь ругаться, с вами или с кем-нибудь еще. Now, bad health. Плохое здоровье. The number of days that I will be on this earth has already been written down. Число дней, которые я проживу на этой земле, уже сочтено. Is that true? Правда? Да. So why would I worry about my health? Чего мне волноваться о своем здоровье? I need to take care of this temple that is my body. Мне нужно волноваться об этом храме, которым является мое тело. How many of us suffer from some disease? How many of us? Кто из вас страдает каких-нибудь болезней? That we're worried about. И вы волнуетесь об этом. Everybody answered it right. Perfect. Все какая-то болячка есть. I was afraid no one would raise their hand. Я боялся, что никто не поднимет руки. If you suffer from addiction, you have a disease. Потому что даже если вы страдаете от зависимости, у вас уже есть болезнь. If you are alcoholic or drug addict, you have a disease that kills 97%. То вы болеете болезнью, которая убивает 97% таких вот людей. But let's say I have something wrong with me that is a direct result of my behavior. У меня какая-то болезнь, которая является прямым последствием моего поведения. Hepatitis. Например, гепатит. I have a friend in America. Друг в Америке. When I was home in Moscow this last time, когда я был дома в Москве последний раз, I got an email, and this person, this friend of mine, он написал мне по электронке. This friend got sober the same time I did, 1987. Этот человек, он протрезвел тоже в 87 году, как и я. Is worth 10 or 12 million dollars. What is worth? They were. That person has 10 or 12 million dollars. И у него, в общем-то, 10-12 миллионов долларов его состояние оценивается. Да. But couldn't stay sober. Но он не может оставаться трезвым.
kept getting drunk, gets sober, kept getting он drunk. Срывается. Huge house, потом опять начинает выздоравливать, потом опять срывается. У него большой, огромный дом, yeah. красивые машины. Gave me money several times to come to Russia. Несколько раз он давал мне деньги, чтобы я мог полететь в Москву. Help put me here today. И он также помог мне, чтобы я сейчас к вам приехал. But with all the millions of dollars. Но со всеми этими миллионами долларов. When she developed hepatitis. Это она. From being an IV drug user. У нее случился гепатит из-за того, что она кололась. She wouldn't take care of herself. Она не заботилась о себе. She wouldn't do. I mean, she wouldn't stay sober. Она не остается трезвой. And they wouldn't give her a liver transplant. И ей не дают пересадку печени. Because she couldn't stay sober. Потому что она не остается трезвой. And now she's dead. И сейчас она умерла. Got a 14-year-old son. У нее остался 14-летний сын. Daughter is probably 24 года дочке. So all those millions of dollars. И все эти миллионы долларов. All those things that I think I need. Все эти вещи, которые мне кажется мне были бы нужны. Didn't help her at all. Ей вообще не помогли. But it was a result of her. Это был результат ее употребления. Как насчет этого? Did God give her hepatitis? Бог дал ей гепатит, да? Нет. Нет. Почему? Did God give her brown hair? Бог дал ей каштановые волосы. Yep. Бог дал ей выход. Yes. 10 fingers, 10 toes? 10 пальцев на руках, 10 пальцев на ногах. Да, вот это дал. Oh, where does this come in then? Who is in control of her? Откуда гепатит пришел? Кто ответственен за этот гепатит? Кто этим управляет? She herself. Does that mean God didn't love her as much as he loved me? Это значит, Бог не любит ее, как любит меня, потому что у меня нет гепатита. Да не сама, Бог, конечно. He said that God gave her hepatitis. Тут сложились несколько факторов. He says there are different factors came together. This is a complicated issue. Это сложный вопрос. All right, let's do this. Хорошо. Let's try this. Давайте вот что попробуем. ВИЧ. I'm sorry. Впереди. Нужный голос. All right. What about HIV? It said that if every hair... God knows another hair on my head. Чтобы здравый был, ты был на A sparrow does not fall from the sky. God did not. Да, и воробушек с неба не упадет, если Бог не захочет. And God loves me more than he loves those sparrows. That's what the book says. Бог меня любит больше, чем воробушка в небе. Так написано. That I am more important than him. Я для него более важен. So how could it be? Поэтому как же так происходит? That something like this could happen. Что такое, как ВИЧ, может случаться с людьми? God allows these things, these things, Он не использует, человек сам ведет. Ну, просто меня не оставляет, когда я оказываюсь такой проблемой. Man does wrong things, and this is heaven to him. And God doesn't leave. Все эти темы медитации, надуманные страдания, и страдания, которые мы допускаем. So, what you're saying is, то есть, вы говорите, someone can have HIV and God. ВИЧ, и у кого-то при этом может быть Бог. Ну, конечно. Well, isn't that interesting? Это разве это не интересно? That God can have both these things going on. That что у Бога такое может происходить? That He might have a use for this. Что Бог может каким-то образом использовать даже это? Now. You have a disease of alcoholism, which kills most of us. Болезнь алкоголизм, которая убивает практически всех алкоголиков.
Has God used that? Бог использует это? You personally, has God used that to help somebody else? Лично ты думаешь, использует Бог это, чтобы помогать другим? Okay, so now, and to help himself also. And to help you, and to change your whole way of thinking. Your heart. He took your heart of stone, straight out of the book. And so when someone has this, если у кого-то ВИЧ, how different is that from your addiction? Как это отличается от, чем это отличается от this kills people. Это ведь тоже убивает людей. Alcoholism kills people. И алкоголизм убивает людей. Does God stop loving you when you became alcoholic? Перестает ли Бог любить тебя, когда ты становишься алкоголиком? Нет. Did God stop using you when перестает you became Бог alcoholic? Перестает ли Бог использовать тебя для каких-то целей, когда ты выздоравливаешь? Are you not still part of God's plan because you're alcoholic? Не являешься частью Божьего плана только по той причине, что ты алкоголик? He is part of God's plan. What about HIV? И о ВИЧ, как насчет ВИЧ? Точно так же. The same. The same. Я не виноват за мою болезнь, я не отвечаю за нее, но я отвечаю за свое выздоровление. He's not responsible for being sick, but he's responsible for his recovery. God, I agree 100%. A good example is in the book of Job. I agree. I agree. It's about him, he said. What I read last night in the book of Acts chapter 9, вчера я читал в 9 главе Деяний, Saul was on the road to Damascus, Saul шел в Дамаск, and was struck down. That's me. С ним все это случилось. Это тоже, что со мной случилось. Alright, here's why I'm bringing this up right now. Вот почему я это сейчас привожу вам. Several of us work with people with HIV. Некоторые из нас работают с людьми, у которых ВИЧ. And we want to know how to help. И мы хотим знать, как им помочь. That's the answer to the problem of HIV. И вот ответ. Правда. True. Правда. God loves them. Бог любит их. I love them. И я их люблю. I don't care how they got HIV, whether they're homosexual, whether they're IV drug users. И мне все равно, как они заработали себе ВИЧ. Или они гомосексуалисты, или они инъекционные наркоманы. God's got a plan that includes people with HIV. Есть план, в который входят и люди, у которых ВИЧ. If God had a plan for a heathen like me, если у Бога был план насчет такого язычника, как я, He's got a plan for all of us. And that's whether you're Christian, whether you're Muslim, I don't care. И неважно, христианин ты или мусульманин, мне все равно. So I should not fear my bad health. I should not fear. Поэтому мне не нужно бояться. If I have a disease, like alcoholism, HIV, or tuberculosis, or cancer, болезни такие как алкоголизм, ВИЧ или туберкулез. I shouldn't fear it. Мне нечего тут бояться. But I do. I do fear it. I shouldn't, but I do. И мне не надо, конечно, бояться, но я боюсь. I'm human. С кем-то другим. Что? Боюсь, что в случае, страшно, если с кем-то другим. She is afraid if this happens to somebody else. Well, I don't know. If I agree with that, it's I suffer from what's called self-centered fear. Я страдаю от того, что называется эгоцентричным страхом. Now it might be it happens to you. Может так случиться, что это произойдет с тобой. But the first thing I'm going to think is how does that affect me? Первое, о чем я подумаю, а как это отразится на мне? You know, does this directly have anything to do with me? Если какой-то прямое воздействие на меня в этом случае. I don't. The first thought is not, oh, poor Olga. What is she gonna do? Первая мысль у меня будет не такая. Ой, бедная Ольга, что же она будет делать? The first thought is, how does her getting sick affect me? А как ее болезнь повлияет на меня? Вот как. That's my selfish self-centeredness. Мой эгоизм и мой эгоцентризм.
Now I do worry if it happens to my children. Конечно, я волнуюсь, если это случится с моими детьми. Something happens to my parents. С моими родителями. I do worry about it. Конечно, я волнуюсь. But it's also got that same part of how does it affect me? Но также у меня а как это отразится на Do I have the ability to provide the care that they're going to need? Потому что я думаю о том, а смогу ли я обеспечить их должным уходом в этом случае, должной заботой. Now, if the answer is how to help somebody with HIV, and we're talking about counseling. Мы говорим сейчас уже о консультировании. We're talking about how to keep the out of depression, out of anxiety, as best we can. Как помочь людям не впадать в депрессию или в нервное состояние? It's got a lot to do with the way that we address the alcoholism. И во многом это похоже на то, как мы работаем с алкоголиками. And when Paul was sitting in the chair, когда наш Павел сидел на стуле, what did we start off doing? С чего мы начинали? Что мы начинали делать вначале? What did we do? We tried to build up a trusting relationship. And what were we providing him with? И что мы ему давали? What were we giving? Что мы ему давали? Надежда. Я ему ничего не делал, не сделал. Надежда. Правда. Я безопасна. I am safe for you. Так. And we started giving him that kind of feeling by education. We gave him some education. Мы начали давать ему вот эти чувства путем обучения его. We told him about ourselves. Мы рассказали ему о себе. We told him about him. Мы рассказали ему о нем. We told him all we knew about alcoholism. Мы рассказали ему все, что мы знаем об алкоголизме. We told him that there is a solution to the alcoholism. Мы рассказали ему о том, что есть решение проблемы алкоголизма. Да. We told him the truth. Мы рассказали ему правду. With this, what are we going to do? Что будет, если у человека ВИЧ? Что будем делать? Тоже правду сказать и сказать ему о том, что если он будет употреблять, то он еще ускорит процесс. And if he will use, he will make this process go faster. То же самое. The same. Рассказать о том, что с этим живут, задерживают развитие болезни, рождаются дети. Здоровые. And you can still be loved by God. You can make the disease go slower, and you can have children. And you can still be loved and useful by God. Можешь рассчитывать на то, что Бог тебя будет любить, и ты будешь для Него полезным. Because my God told me He will not forsake me. Мой Бог сказал мне, что Он меня не забудет. Even if I turn my back on Him. Даже если я повернусь к Нему спиной. That's what it says. Вот что You had your hand up back here? Кто там руку поднял? Что есть там, допустим, препараты, которые не дают развиваться, если дальше жить. Tell this person that there are certain medicine that prevent HIV from... Есть группы такие, да, такие же самопомощи, что люди там женятся, выходят замуж. That's recovery for alcoholism. It's the same as what we were doing for alcoholism. То же самое, что выздоровление от алкоголизма, то же самое мы делаем в этом случае. You love... Вы их любите. I love alcohol. Я люблю алкоголиков. There was a guy on the metro three days ago. Три дня назад где-то в метро я его встретил. There's always drunks on the Moscow. Там всегда много пьяных в московском метро. And this guy was laying down on the bench. Он лежал в поезде на лавочке. And there was no other place to sit, so I sat next to him. И садиться было больше негде, поэтому я присел рядом с ним. And when the car started rocking as we're going along, и когда вагон начал трястись, он упал. And he did not move. И он даже не пошевелился, он и упал. And so, you know, I'm just one guy. I didn't know what to do. Я сижу и не знаю, что мне делать. And so, about that time, the doors opened and a bunch of people came in. И куча людей зашла. And people were stepping over me. And this one guy. И один парень. And he reminds me of Paul, our Paul. Он напоминает нашего Пашу мне. Grabbed him by the feet and drug him out of the way. Взял его за ноги и утащил его. And said something to him in Russian. И что-то ему по-русски сказал. Right? And drug him out of the way. And finally, these two other guys picked him up,
put him back on the seat. Двое парней взяли его и усадили обратно на скамеечку. Now, I didn't know what to do. Я не знал, что делать. I don't speak Russian. Я не говорю по-русски. И мне некуда его взять с собой, отнести. What would you have done? Что бы ты сделал? You. Ты. Коля. Визит. He doesn't know. I know. What do you do? Ну что ты, что бы ты сделал? Alright. Хорошо. There's one thing I have thought of doing. Я думал, что надо сделать вот что. And I suggested this to Yuri and Father Jove yesterday. Я предложил вчера. The day before yesterday. Father Jove said he didn't want to do this. Позавчера я предложил это от своего Юрия. I want to take a business card. Сказал, что не хочет такой. Take a business card. Нужно взять визитку. And put on that business card, if you want a drink, that's your business, написать, you want to stay sober, it's my business. Это твое дело. А если ты хочешь бросить, то это наше дело. And put the phone number of this place on. Написать телефон этого места. You can put your phone number on. That's можете свой телефон там написать. And then stick it in his pocket. И положить его в карман. And when he wakes up one day, он когда проснется когда-нибудь, he may call him in. Может он захочет вам позвонить. But I don't know what else to do. Но я больше не знаю, что я могу для него сделать. Yeah, where are you gonna put people like that? Куда людей таких поместить? Especially if you don't want to get sober. I mean, особенно если они не хотят выздоравливать. I know. I could have kidnapped. I could have called the police. Я не могу даже по милицию вызвать. Y'all understand what I'm talking about here? Все поняли, о чем я здесь говорю? With somebody with HIV. I'm dealing with them the same way I'm dealing with an alcoholic, the same way I'm dealing with somebody with tuberculosis, the same way I'm dealing with somebody with cancer. Я точно так же к ним отношусь и работаю с ними, как с алкоголиками или как с теми, у кого рак, например. I need more education. Мне нужно больше образования. On what's available in this country for somebody with HIV. Мне нужно больше информации о том, что возможно в этой стране сделать для ВИЧ-позитивных людей. Я знаю, что в Соединенных Штатах можно. But I don't know what's available. Я не знаю, что у вас тут происходит. As far as where you go. Какие возможные. I know there are people here. Какой выбор их возможен? Куда человек может пойти? Куда поехать? Кому обратиться? All right, and then. With this self doubt equals worry. Итак, just another name for fear. Сомнение в себе unknown. Равносильно беспокойству, и это все страх перед неизвестным. With us staying sober for this break, that's what we're going to work on. И вот мы будем трезвыми в течение следующие перемены. Придем сюда и будем над этим работать. Our anxiety. Над страхом нашим. And then we're going to talk.